Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Леонтьева Татьяна. В своей следующей лекции я расскажу вам об особенностях участия в закупках самозанятых граждан и физических лиц. Поговорим о том, какие условия должны быть включены в контракты с такими гражданами и о тех рисках и проблематике, которые существуют у заказчиков при заключении таких контрактов. Смотрите на видео консультанта.